Доброе утро. Доброе утро всем, друзья. Good morning. Мы продолжаем свои утренние тренировочки. Он убил двух зайцев, не бросил сына и продолжает тренироваться. 12 minutes на этой штуке. Так, ребята пошли. Мы ему больше не родственники. И на дискотеку больше не возьму. Что я сделаю? А что мы завтра? Доброе утро. Макс, я думал, что он скиснет завтра, но он придет просто чуть попозже. Поехал за лапами. Сейчас мы бежим 12 раундов, 12 отрезков по 2 минуты. Минута отдыха. Отжимаемся 20 раз и бежим дальше. Таких 12 раундов. Легче будет отжиматься 15. Идет 5-й раунд из 12. На горизонте вижу Макса. 5 отрезков уже отжались по 20 раз. Раунд. 2 минуты бежим. 2 минуты бежим. Так, идут чемпионские раунды. Все неплохо держатся. Конечно, у нас есть... Погнали! Отжимания! Чтобы руки были как асфальт, нужно отжиматься на асфальте. Чтобы руки были как паника, отжиматься нужно кулаком. Так, ну что, теперь лестик у нас на лапах. Это не самые, так сказать, профессиональные перчатки, поэтому здесь используются для фиксации липучка. Попробуй сейчас джеб кинуть в этой штуке. Еще. Теперь не чисти, сделай сейчас один, но такой. Бум! О, да. Вновь повторили комбинацию Майка Тайсона, но мы пока что ее оттачиваем и ждем результатов. То есть пока что это все заготовка. Как сказал мой тренер, пока что ты заготовка. Войти в класс. Нажимаем войти в класс. Now I see. Hello. Hello. So nice to see you. How are you today? I'm fine. How are you? I'm okay, thank you. Ask and answer the questions. Do you read sports magazines? Yes, I do. Do you listen to music in the car? Yes, I do. What music? Rap, old school, Mobb Deep. Wu-Tang. Do you drink water with your lunch? Yes. How many liters? 2-3 liters every day. Complete the conversation. I drink protein. Yes. I don't drink alcohol. Do you feel your progress? Do you feel? I'm very feel. Progress. That you can. Answer the questions, ask the questions. Yes, I do. Do it and see you next time. See you. Thank you very much. You're welcome. Goodbye. Goodbye. Вот, ребята, вот так вот учим английский мы. Учитель говорит, что чувствует прогресс. Спросила у меня, чувствую ли я прогресс. Не знаю, наверное. Когда будет больше практики, с носителем языка, буду больше с ним говорить. Могу поговорить с Чарли, с Викторией. Study English. Будем изучать английский. Good morning! Ну что, мы продолжаем свои утренние тренировочки. Макс красавчик, не сдается. Мы пришли даже пораньше, чем обычно. 6:23. Так, ну что, мы бежим. 30 минут спокойного, размеренного бега. Даниэлька с нами.
С энергосбережением Даниэля вновь что-то случилось. Максим говорит, что ощущает, как работает спина, плечи, поясница, жопа очень. Он убил двух зайцев, не бросил сына и продолжает тренироваться. Это доказывает еще о том, что ничего тебя не должно смущать и останавливать. Отговорок нет. Отговорок нет. Все остальные отговорки. Hard work. Dedication. Хочу сказать, что очень полезно бежать спиной. Бежать спиной, если сзади никого нет. Для коленок очень полезно бежать боком, спиной, другим боком. Уверен, что Макс сейчас нагрузился больше, чем мы. Летчик решила добавить нагрузочки. Так, после 30-минутного бега у нас координационная лесенка. Наша лесенка длиной... Раз, два, три, девять, десять. Ровно 10 ячеек. 12 минут у нас работы разных упражнений. Оказывается, Макс знает неплохо танец Seawalk. Макс, покажи. Оп, ручку, Макс, на живот. А ту удач. Неплохо, неплохо. Еще раз кто-нибудь напишет, что ему 40 в комментариях. 12 minutes на этой штуке. 12 минут на этой штуке. Каждое упражнение мы будем делать по 3 раза. Минут отработали, ну и напоследок самое легкое. 2 раза в день вот это упражнение будете делать, спина не будет болеть. Сказал себе. Через одну клеточку, ребят. Ты уверен, что она легкая? Она очень легкая. Для меня. Наслаивая атаку. Значит, раунд 3 минуты, минута отдыха. Ребята, кого я встретил? Все помните Мишку Атакишиева, все помните его юмор. Вот, он пришел к моему братишке сделать прическу. Ну, давай, да. Покажи сначала прическу. Пару слов для потомков, ну или для пользователей Ютуба. Да, вот этот вирус, ёб... Бороду мне с***л, бля.
А так матюгаться нельзя на самом деле. Я не пропал, да. Я все рядом, рядом. Вот люди там, как тут. Бы волнуются, куда ты делся там. Не волнуйтесь, я здесь. Познакомь с другом, так сказать, аудиторию. Знакомлю, шашлычник, Аброр. Это мой личный диетолог. А чем он тебя кормит? Лавашом. Лаваш, булка, хлеб. Вы как диетолог, почему его кормите мукой? Он на русском не знает, я переведу ему. Да, давай, переведи. Ну, дуляса на, да. Эштирся? Во. Он говорит, нормально все, он говорит, рад знакомству, рад видеть. Нет, а по поводу, почему он тебя мукой-то кормит? Да, ты, да, ты, ах, ты, я. Он у стоматолога был, это хоть какой-то видно. Как бы узбекистонский Джет Ли, пожалуйста. У него, кстати, как у боксера, капа сделана из насвая, что он и бьется, и получает удовольствие. Ба! Повтори, повтори. Че, что-нибудь? Ну, что могу сказать, скоро увидимся. Где? На улице. Так, ну что, доброе утро всем, друзья. Сегодня мы отправляемся на зарядку на Мерседесе. А будем сегодня, значит, делать зарядку вновь с Эндрю. Так, ну что, Андре мне сейчас лапы поддержит. А да? Я всем привет. Обратите внимание, какие у него лапы ультиматум бас, тактический. Я профессиональный любитель. Профессиональный любитель, все отлично. Да, любитель. Тренер. Итак, господа, мы сегодня будем тренироваться с Андреем, который профессионал-любитель. Боев у него. Поражение ноль. Поражение ноль. Да. Зато имеет тренерский опыт. Он имеет тренерский опыт, и я считаю, что он неплохо сложен. Он в рукопашном бою раньше по боксу не выступал. По боксу не выступал, только рукопашку. Рукопашный бой, дзюдо. Знает, как задушить соперника, знает, как вывести его на сабмишн. Да? Знает, как убежать от соперника. Самое главное, убежать от соперника, это хорошо. Но у нас почему-то кончается заряд. По ходу дела мы будем продолжать это снимать на телефон. Ну, мне так кажется. Держит лапой Лерчику Перчику. Лерчик Мейведер. Макс прихворал все-таки немножечко, говорит, что знобит его немножко. Так что заменяет его сегодня Нелли, его жена. Это вот как раз-таки тебе на плечи держала. На! Так, ребята, короче, мы приседаем 20 раз, 5 повторений. Ребята, если вы не заметили, то нас становится все больше и больше. Hard work, dedication. Зарядка. Он так, таким образом он раскидывает ноги. Мы сделали 3 подхода по 20 выпрыгиваний. Вот. Алюш, молодец.
как можно быстрее. Правым боком закончили. Меняем сторону и тоже опять рывков делаем. 20. Выпрыгивание, как мы делали в начале. Только после 20 повторений мы делаем резкий спорт спиной. Очень хорошее упражнение, ребят, с утреца. Так, ребята, пошли. Хоп! Что, ноги ватные стали? Вообще! Когда пропускаешь удар, они такие же становятся. Пятый подход. Ножки уже такие просто. Делай, что хочешь с ними. Не выступает вообще. Как? Я говорю, что полный привод у нее. Полный привод? Да. Мощно. Валерия Сергеевна Куатро. Чем отличается бег спиной от бега лицом? Тем, что ты бежишь спиной. Вообще другие мышцы работают. Абсолютно. У ребят последний рывочек. Пошли. 20 повторений. Вон. Неплохо. 12 минут. Координационную лесенка. На координационную, что кто-то из нас завтра будет ходить. И не уверен, что даже лежать. Это очень мощная тренировка. Я таких тренировок еще никогда не делал, потому было что... Было слишком жестоко. Это было жестоко, я больше с вами не дружу. Вы мы больше не родственники. И на дискотеку больше не возьму. Что да? Мы сделали а что мы завтра? Так, ну что, ко мне пришел паренек потренироваться. 18 лет ему, Кирилл зовут. Поприветствуй. Всем привет. Так, вот, сегодня мы будем с ним двигаться, как бы, лапы поработаем тактически. Так, смотрим. Смотрим, Кирилл работает с теннисным мячом. Так, 20 секунд. Правой еще работай. Чтобы ноги... Здравствуйте. Здравствуйте. Я, конечно, извиняюсь перед вами, надо покинуть. Видите, требования меги, можно пользоваться, ребят, тем, что не перегорожено. Я понял, понял. Блин, мы сейчас нас уйдем. Ребята нас сейчас ругают по полной. Мы сейчас уйдем туда в другую. Вы зла на меня не держите. Да, нет, все, все, понятно, понятно. Минутку доработает и выйдем. Вот, именно вот, ну все, ты здесь не напряжен. Многие как делали? Раз, два. И ждут следующего вот этого роска, и до сих пор вот они... Пум-пум. Пум-пум. Семь. Десять. Счет. Раз. Не сильно не так, не сильно не вот так. Раз. Ну а вот это вот завернуло. Ну что, Кирилл уже ко мне второй раз приходит тренироваться, и я могу сказать, я вижу прогресс, чувствую прогресс. Кирилл, чувствуешь ли ты прогресс? Я тоже пару его слов. Чувствую. Чувствуешь? Да. Есть, да? То есть паренек очень высокий, 1.88 м рост. Дело в том, что он должен бить прямые удары. Он просто должен пробивать двоечки, джеб, кросс. Нет, я не говорю, что он не должен бить боковые удары снизу. Он должен уметь это делать. В ближней дистанции, если вдруг тебе поджали, это надо использовать. Но в основном его козырь – это прямые удары.
Так что мы сегодня работали с прямыми ударами. И у него уже довольно-таки неплохо получается. Плечи крутятся, удар жесткий. Парню 18 лет, все впереди. На связи. Вот. Ничто не мешает ребятам просто приходить, да, просто и тренироваться. И тренироваться. Никакого стеснения. Ребята в себе уверены. И я считаю, это нормально. Если ты хочешь тренироваться, ты придешь. И в любом месте будешь заниматься. Спорт там, где ты. Разворачивайся. I love this game. Вначале не попадал вообще по мячику. Так сейчас, вот, смотрите, да? Ребят, вот. А это что значит? А это улучшился значит... тайминг. Улучшилась тайминг. Точность. Координация. И понимание данного тренажера. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Вот. Вот она, смотри. Она сама к тебе идет, видишь? Она как сорняк, видишь? Ты ее брось, она к тебе, видишь? Да. На отходах чисто, да? Да.